приехал в Одессу, каждый спешит посмотреть город, и первым делом он отправляется в центр. Этот район города – его лицо. Все, что формирует впечатление и оставляет яркие воспоминания. Стремление сохранить архитектуру не должно выражаться в равнодушном наблюдении за тем, как она рушится. Одесситы, которые борются за сохранение архитектуры, устанавливают в исторической части города металлопластиковые окна и достраивают балконы. Это вовсе не соответствует архитектурному стилю центра Одессы. Некоторые горожане обманывают сами себя. Возможно, они боятся перемен или не видят дальше своего окна. А может, им так комфортно и незачем думать о завтрашнем дне? Сложно сказать. Вероятно, не каждый знает, но современное строительство предполагает прежде всего планирование, а также изучение правил и концепций современной архитектуры для сохранения стиля того района, где предполагается построить здание. Во всем мире возводятся новые архитектурные объекты, а в Одессе мы видим, как обваливаются флигели и падают фрагменты фасадов. Разве это то, к чему мы стремимся?